Как сообщает специальный корреспондент Азертач, 10 декабря во Всекитайском собрании народных представителей в парламенте состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Китайской народной республике. Здесь в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпинь встретил президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева. Официальные лица Китая были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены делегации Азербайджана – председателю Си Цзиньпиню. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Китая. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Главы государств обошли строй почетного караула. Дети с флагами Азербайджана и Китая в руках приветствовали глав государств.